Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о своих скрабах, пилингах, гамажей. Я являюсь большой поклонницей различных скрабов, и всегда у меня их несколько штук, и на сегодняшний день у меня их 6, и сейчас о каждом по порядку. Итак, первый скраб, о котором пойдет сегодня речь, скраб, которым я пользуюсь достаточно давно и вполне им довольна, скраб от Organic Shop под названием «Утренний кофе». Мягкий гамаж для лица. В своем составе содержит органическое масло зеленого кофе, масло лимонника и кофейную пудру. Скраб для лица, скраб мягкий, и также этот скраб подходит для ежедневного применения. Как вы знаете, в Organic Shop не содержится ни СЛС, ни парабенов, ни силиконов. Это очень мягкий гамаш, он действительно удивительно нежные текстуры, он кремообразный, его текстура даже питательное, я бы сказала. В нем достаточно большое количество вот этой вот кофейной гущи, я не знаю, там вот этих вот скрабирующих частичек. Он действительно очень хорошо очищает кожу, но при этом все-таки оставляет ее почему-то очень какой-то напитанной. И даже я на себе периодически ощущаю какую-то пленку. После скраба мне хочется умыться с каким-нибудь очищающим средством, это, конечно же, минус, но все-таки удовольствие от его применения, это, конечно же, его такой реальный плюс. Здесь кофейная пудра, здесь масло оливы, масло макадамии, органическое масло зеленого кофе, масло лимонника, естественно, различные парфюмированные добавки здесь есть, то есть не совсем это уж прям такая натуркосметика, но он действительно приятный к лицу, и его гранулки достаточно нежные, они, как я уже говорила, такие, знаете, ровные, они не повреждают кожу, и даже моя чувствительная кожа очень благосклонно к нему относится, правда, периодически у меня бывает на него какой-то, знаете, такой тепловой эффект. Может быть, я как-то особенно переусердствую в плане в районе щек, но я абсолютно довольна этим средством. Это очень такой нежный, мягкий, приятный и даже можно сказать, что это такой ежедневный мягкий гамаш для лица. В принципе, и название его соответствует тому, что внутри. Второй скраб для лица, который на сегодняшний день у меня есть, и я им пользуюсь, это салонная косметика, их линеечка премиум. И это скраб с гранулами жожоба. Он комфортно глубоко очищает любой тип кожи. У него гладкие, но при этом достаточно колючие все-таки для чувствительной кожи частички. Они действительно прекрасно очищают кожу, прекрасно снимают омертвевшие клеточки рогового слоя, но все-таки здесь написано, что не травмирует кожу. Я могу сказать, что все-таки он достаточно интенсивный и он травмирует кожу. Я его использую только на Т-зону, он также активизирует регенерацию клеток эпидермиса, и гранулы жожоба незаменимые для кожи, как выравнивание цвета и повышение тонуса. Да, действительно, прекрасное очищающее средство у этого скраба. Повторюсь, что он такой колковатый, но он отлично отшелушивает, он отлично скрабирует кожу, он ее просто полирует, он ее глубоко очищает. Ну, по крайней мере, вот я говорю о своей Т-зоне. И кожа действительно чувствует себя, знаете, какой-то такой вот действительно протонизированный, очищенный, но не до скрипа, а именно все-таки вот этот увлажняющий эффект гранул жожоба, он действительно здесь присутствует, и это очень-очень хорошее средство для очищения, я бы сказала, не любого типа кожи, а комбинированный, жирный, проблемный, то есть это вот в ту сторону очень приятное, очень комфортное средство
для очищения, для отшелушивания кожи. Итак, третье средство, о котором сейчас пойдет речь, это средство от компании Minard. И это маска Express Peeling с лекарственными травами. Идеально она подходит для любого типа кожи. Моментально увлажняет, моментально отшелушивает роговой слой. И, конечно же, всю тусклую кожу он убирает буквально за 5 минут. Было это средство в очередной коробочке красоты. Это такая миниатюрка, здесь всего 20 мл. Вот так вот она выглядит. Но хватает его, вы знаете, достаточно маленькое количество, чтобы использовать. То есть вы видите, это такая кремообразная субстанция. И там такие отшелушивающиеся, скрабирующие частички. Значит, после умывания эта маска пилинг наносится на сухую кожу лица, естественно, не захватывая губы и глаза, и оставляется она на коже на 2-3 минуты, и затем в течение 30 секунд нужно массировать область Т-зоны для того, чтобы произошло вот это вот отшелушивающее действие. Рекомендуется использовать эту маску от 2-3 раз в неделю. Я пробовала ее пока несколько раз. Достаточно приятное средство, такая кремообразная у нее текстура. Неплохо она справляется с отшелушивающим как бы действием. Кожа действительно, вы знаете, она действительно приобретает такую вот разглаженность и осветляется. То есть вот этот вот процесс осветления именно вот на этой травяной масочке скраби действительно очень-очень наблюдается. Неплохое средство, но, конечно, нужно пробовать намного дольше и уже приходить к какому-то такому, наверное, более обширному мнению. Итак, следующее средство из моих скрабов для лица. Сейчас будут три скраба для лица с названием «Самый». Первый, который я покажу, это будет название «Самый ужасный», «Самый отвратительный». Я знаю, что многие им пользуются, многие его нахваливают, но только не я. И это скраб очищающий от чистой линии с абрикосовыми косточками. Глубокое очищение для нормальной и комбинированной кожи. Значит, здесь бережно удаляет поверхностные слои кожи, выравнивает поверхность кожи, успокаивает, помогает уменьшить раздражение, покраснение, смягчает и тонизирует кожу. Ну, естественно, наглядевшись всего интересного на Ютубе, я решила, что мне тоже нужно приобрести подобный скраб от чистой линии, и какое-то мнение у меня, наверное, должно от него сложиться. Не было малинового скраба, который, в принципе, наверное, мне бы подошел больше, но вот это что-то ужасное и что-то никого не хочу видеть, ну, просто мощное настолько, что для лица это средство использовать, ну, ни в коем случае нельзя. Здесь очень крупные частички, рассказываю для тех, кто еще не пробовал. Очень крупные частички, которые ужасно могут травмировать вашу кожу. Я попробовала на руках, и это было... У меня даже слов нет, насколько было неприятно, насколько было грубо. И для кожи лица, я думаю, что это абсолютно нельзя использовать. Можно использовать для рук, можно использовать для тела, еще лучше использовать для ног. То есть абсолютно жесткий скраб для лица. И кто не пробовал, еще раз повторюсь, девчонки, будьте, пожалуйста, очень-очень аккуратны, потому что он безумно грубый, и я считаю, что такие средства для лица нельзя использовать. Это опасно. Итак, следующий скраб с пометкой «Самый» – это самый новый. Недавно я приобрела это средство. Это бриллиантовый пилинг для лица с органическим экстрактом грейпфрута и алмазной пудрой. И это компания Organic Therapy. Также без парабенов, без каких-либо силиконов.
и всего-всего остального в этой тубе 150 миллилитров. И бриллиантовый пилинг для лица с органическим экстрактом грейпфрута и алмазной пудрой содержит активные органические компоненты и ультранежную текстуру, выравнивает кожу, способствует насыщению клеток кислородом, насыщает кожу витаминами, минеральными веществами и аминокислотами, глубоко увлажняет, разглаживает морщины. Попробовала я его на сегодняшний день всего несколько раз, но он произвел на меня очень положительное впечатление. Он действительно кремообразный, у него очень мелкие гранулы, очень-очень мелкие, они абсолютно нежнейшие. Он очень приятно скрабирует кожу. В течение всего процесса скрабирования, то есть приблизительно 1-2 раза в неделю в течение какого-то времени, ну также да, пару минут это нужно делать, скрабинки никуда не исчезают, как часто бывает. Очень он деликатный, очень нежный и при этом прекрасно очищает. Никакой липкой пленки, никакой жирной пленки, ничего подобного он не оставляет. Он прекрасно выравнивает кожу, она тоже очень здорово осветляется, скорее всего, с помощью, естественно, механической чистки и экстракта грейпфрута. Кожа очень нежная, кожа гладкая, кожа смягченная и самое главное, что никаких отрицательных эмоций он у меня не вызвал, никаких покраснений, раздражений, абсолютный пока положительный эффект, положительный отзыв, здоровская вещь, буду пробовать его и дальше. И последнее средство из скрабов, пилингов и гамажей для лица, это, и причем с пометкой «самый», это самый любимый, самый лучший. Это пилинг-гамаж от марки «Профессиональный Кристина» с витамином Е, и в этой упаковочке 250 миллилитров. Откручивается крышка, здесь такая штучечка, и вот такой вот замечательный голубоватый кремик. Это средство пилинг, это средство скатка, и для моей чувствительной кожи он очень здорово подходит. Итак, пилинг-гамаж с витамином Е, он подходит для всех типов кожи. Он очень мягкий, он прекрасно и эффективно очищает. Он также прекрасно разглаживает и отшелушивает кожу. В составе здесь, к сожалению, правда, есть парафин, но также самым главным составляющим, конечно же, являются водоросли, мочевина, экстракт тимьяна. Также здесь есть грейпфрут, масло пшеничных зерен и экстракт ромашки. И нужно наносить это средство на все лицо, также от 1-2 раз в неделю, в зависимости от вашего типа кожи, подождать от там 30 до секунд до минуты и начинать очень аккуратными движениями скатывать с лица данную субстанцию и затем умыться слегка теплой, прохладной водой. И тут, конечно, наступает полнейший восторг, кожа очищенная, кожа свежая, светлая, абсолютно гладкая, абсолютно матовая. И действительно чувствуется, что кожа настолько очистилась, что нанеся вот сейчас какое-то увлажняющее средство, оно просто все его съест, и кожа будет в еще более восхитительном состоянии. Могу абсолютно всем рекомендовать это средство. Оно не вызывает ни закупорки пор, естественно, никаких раздражений, никаких покраснений. Очень хорошая вещь. Я уже пользуюсь ей
достаточно давно, уже не помню сколько. Оно абсолютно экономично. Такое впечатление, как будто оно даже не собирается не начинаться, не заканчиваться. Я думаю, что 250 грамм, это, конечно, очень большой объем, но так как у него после вскрытия срок годности 24 месяца, надеюсь, что я все-таки не выброшу полбанки, потому что могу сказать, что действительно очень-очень экономичное использование. Великолепный скраб, мой самый любимый на сегодняшний день. Итак, это были все скрабы, гаммажи и пилинги для лица. Как вы помните, моя кожа нормальная, комбинированная, склонная в жирность, к жирности, плюс безумно чувствительная и безумно реактивная. Все те скрабы, которые я вам показала, за исключением, сами знаете какого, очень хорошо подходят, не вызывают никаких аллергических реакций, никаких покраснений, никаких там, не знаю, съеживаний, раздражений, прыщиков, ничего подобного нет. Они все очень хорошо подходят, и они все прекрасно работают на моей коже. Я благодарю вас, что вы досмотрели до этой секунды. Я надеюсь, что вам было интересно и я была вам хоть чуточку полезна. Оставляйте свои комментарии обязательно там, где мы их обычно оставляем. На сегодня это все. Я вас очень люблю и желаю вам быть всегда-всегда красивыми. Пока!